Здравствуйте, друзья! Наконец ко мне попала новая версия шлюза для экосистемы умного дома Mi Home. Его название немного запутывает – Xiaomi Hub 2 – и вызывает ассоциации с другим подобным гаджетом, который уже стал классикой – круглым шлюзом с ночником, динамиком и интернет-радио. Он тоже имеет вторую версию, но называется Xiaomi Gateway 2. То есть существуют две разные ветки – Hub и Gateway. И самый новый Hub имеет версию 2, а Gateway – версию 4. Да, я тоже считаю, что все весьма запутано, тем более для тех, кто только знакомится с умным домом. А чтобы уже совсем вас добить, Xiaomi Hub 2 существует в двух версиях – китайской и глобальной. Отличаются они номерами моделей и отсутствием блока питания в комплекте у глобалки. Кстати, точно так же, как и было с популярным Xiaomi Gateway 3. Соответственно, китайская версия работает в регионе материковый Китай, а глобальная во всех остальных. Регионы отличаются количеством поддерживаемых устройств. Итак, героем обзора будет Xiaomi Hub 2, китайская версия, оснащенный всеми возможными интерфейсами и способный работать с любыми типами существующих на сегодняшний день устройств для экосистемы Mi Home. А пока по традиции попрошу вас поставить лайк этому видео, чтобы его могли найти как можно больше людей, и подписаться на мой канал, если вы не сделали этого раньше. Название – Xiaomi Smart Home Hub 2. Тип устройства – универсальный шлюз умного дома. Модель – китайская версия DMVG03LM, глобальная – ZNDMVG04LM. Интерфейсы – Ethernet 10-100 Мбит, Wi-Fi 2.4 5 ГГц, Zigbee 3.0, Bluetooth Mesh BLE. Питание – 5 В через разъем USB Type-C. Диапазон рабочих температур от минус 10 до 50 градусов Цельсия. Размер 95 на 95 на 26 мм. Базовая экосистема Xiaomi Mi Home. Поставляется устройство в белой картонной коробке. Оформление совершенно стандартно для китайских версий, например, того же Xiaomi Gateway 3. На коробке имеются логотипы Xiaomi и Midea, но нет лого других систем Amazon Alexa, Google Home или Apple HomeKit. На задней стороне коробки краткие технические характеристики, про которые мы уже поговорили. Кроме номера модели, китайскую версию легко отличить по обилию иероглифов на коробке. Кстати, она дороже, чем глобальная. Вот так выглядит содержимое коробки. Все компактно, но без какой-то особой защиты. Это обычная практика для китайских версий. Коробки тех же устройств, но для глобального рынка зачастую раза в 1,5-2 больше. В комплекте поставки, кроме самого шлюза, нашелся блок питания с плоской американской вилкой, кабель USB-USB-C и небольшая инструкция. Напомню, что наличие блока питания – еще одно отличие китайской версии от глобальной. Максимальный ток, который заявлен для этого блока питания – 1 ампер, то есть мощность до 5 Вт. Реальное потребление шлюза в работе, которое я замерял USB-тестером – менее 1 Вт. Эта модель выполнена в корпусе квадратной формы с длиной стороны в 95 мм и толщиной 26 мм. Никаких изысков вроде экранчиков, переключателей и тому подобное. На фронтальной части в центре находится единственный светодиод для индикации активности. Сзади находится кнопка, ее логика не изменилась с прошлых моделей. Правда, тут нет ни подсветки, ни режима охраны, но трехкратное нажатие включает режим подключения устройства, десятикратный сброс. Также тут находится порт питания, наконец, в формате USB-C и разъем для подключения сетевого кабеля. На нижней части опять много иероглифов, номер модели, требования к блоку питания, поддерживаемые интерфейсы. В сравнении с Xiaomi Gateway 3, на котором, кстати, нанесен логотип Midea, это специальный бренд для устройств умного дома. У новинки надпись Xiaomi. Кстати, третий шлюз имел поддержку в Apple HomeKit, хотя и сильно урезанную. У героя обзора ее нет, видимо, это все полностью ушло как ара. Зато новая версия обзавелась поддержкой Wi-Fi 5 ГГц, у третьего шлюза только 2.4, и, на мой взгляд, это самое интересное, возможностью подключения по кабелю. Среди внутренних отличий это двухъядерный процессор с частотой 1 ГГц против одного ядра на 660 МГц, память 128 ГБ против 64. Есть еще некоторые отличия, например, Bluetooth и Wi-Fi модули. А для работы с Zigbee в обеих версиях используется чип EFR32MG21. Xiaomi Hub 2 поддерживает и проводное, и беспроводное подключение. Даже если вы планируете постоянно его использовать на проводе, это, кстати, стабильнее всего, на первом этапе лучше обойтись без него, даже не присоединять. Выбираем беспроводное подключение и указываем параметры сети, по возможности 5 ГГц.
Первичный обмен данными идет по Bluetooth, поэтому он должен быть активирован на телефоне, а телефон быть возле шлюза. Почему именно так? Если подключить сразу на провод, я, кстати, так и сделал первый раз, то потом негде будет указать параметры для подключения к Wi-Fi, по крайней мере, я не нашел, как это сделать. А если сразу подключить на Wi-Fi, то при подключении провода шлюз сам перейдет на него, а при отключении вернется на Wi-Fi. После передачи параметров и, собственно, самого подключения шлюза к сети, остается пройти три финальных шага, где нужно указать локацию размещения и название устройства. Сразу же прилетела новая версия прошивки. Я всегда провожу тесты на самой последней версии. Этот обзор не стал исключением. Актуальная версия прошивки на дату выхода этого видео 1.05.3.08. Приложение Mi Home, официальное с Google Play, регион Китай. Теперь рассмотрим плагин устройства. В верхней части указано состояние сети, под которой указан тип соединения, проводной или Wi-Fi и IP-адрес устройства. Если сразу выбрать Wi-Fi, то при отключении и подключении сетевого кабеля шлюз будет автоматически переходить с беспроводного на проводной интерфейс. Ниже идут списки дочерних устройств. Тут появились существующие у меня Bluetooth датчики, к сожалению, межустройств у меня на хозяйстве не нашлось. ZigBee пока тоже нет, но это сейчас мы исправим. В меню общих настроек шлюза ничего необычного нет, все стандартно. Тут можно изменить название и локацию для шлюза, дать общий доступ и обновить прошивку. В меню сетевой информации можно увидеть тип подключения, IP-адрес, качество сигнала и процент потерянных пакетов. Если с сетью все хорошо, он должен быть равен нулю. После того, как в разделе ZigBee плагина шлюза нажать кнопку со знаком плюс, откроется список со всеми поддерживаемыми устройствами в данном регионе. Чисто физически шлюзу все равно, что подключать, ограничения на уровне логики. На сервере выбранного региона должна быть информация о подключаемом гаджете. В регионе Китай их больше всего. Для примера я взял ZigBee Relay Akara. Это самая первая версия на два канала с энергомониторингом. Мастер подключения подсказал, как перевести его в режим сопряжения, после чего оно подключилось к шлюзу. Далее идут стандартные шаги, актуальные для любых устройств. Выбор локации, название и возможность предоставить к нему доступ другим людям. Хочу еще раз заметить, что шлюз нужен для Bluetooth и ZigBee гаджетов. Те, что работают по Wi-Fi, сами подключаются к сети роутера и им шлюз не нужен. Выбор устройства при подключении нужен только для того, чтобы вывести подсказку о том, как его перевести в режим сопряжения. Если вы это знаете, можно нажимать на первое попавшееся в списке, разницы нет. Можно обойтись и без приложения. Для запуска подключения новых устройств на шлюзе нужно 3 раза нажать кнопку. По мере добавления список устройств будет расти, он отображается корректно, вне зависимости от того, что вы выбирали при подключении или пользовались тройным нажатием на кнопку. Если у вас несколько шлюзов, их дочерние устройства могут работать друг с другом в автоматизациях. В зависимости от типа устройства, они могут иметь либо собственный плагин, в котором будут управляющие элементы и настройки, как, например, у лампочки или реле. В других случаях это может быть только отображение данных и их истории, например, у датчиков температуры и влажности. Либо просто лог срабатываний. Тут в качестве примера можно привести логические выключатели, кнопки, датчики вибрации и движения и так далее. Теперь перейдем к автоматизациям. Это способ взаимодействия устройств умного дома друг с другом. Работают они не напрямую, а при помощи системы управления умным домом, в данном случае Mi Home. При создании новой автоматизации сначала делается ее базовый шаблон. Он начинается с раздела «Если». Это триггер автоматизации, то, что приводит к ее срабатыванию. Это может быть ручной запуск, расписание, погодные условия или изменение статуса устройства. Для примера возьмем ZigBee кнопку и событие однократного нажатия на нее. Вторая часть автоматизации – раздел «То». Это действие, то, что запускается при срабатывании триггера, в данном случае нажатия на кнопку. Тут тоже есть варианты. Запуск, включение или выключение автоматизации. Можно отправить уведомление, установить задержку или управлять одним из устройств. Возьмем лампочку, подключенную к этому же шлюзу и действие On-Off. Это означает, что при нажатии на кнопку лампочка будет менять свой текущий статус. Включаться, если была выключена, и наоборот. Сверху справа три точки – это параметры автоматизации, внизу – период ее действия. По умолчанию период действия весь день. Его можно изменить так, что автоматизация будет работать только в определенные дни и или определенное время. Например, днем кнопка будет включать основное освещение, ночью – ночник, либо просто работать только в определенное время суток, это довольно удобно.
параметрах автоматизации ее можно переименовать, так будет легче в них ориентироваться. Есть возможность включить уведомление о выполнении, оно придет на телефон, когда автоматизация будет запущена. Очень важный параметр – режим запуска. Есть два варианта – LAN или Cloud. В первом случае автоматизация не зависит от связи облаком и интернет, во втором без облака работать не будет. И последняя опция – удаление автоматизации. В свою очередь LAN режим можно тоже разделить на две части. Первое условно назовем суперлокальный режим, когда в автоматизации участвуют только устройства, подключенные к одному и тому же шлюзу, как в показанных примерах. Сейчас шлюз не подключен ни к Wi-Fi, ни к Ethernet, соответственно в приложении он находится в офлайн. При этом автоматизация с устройствами, подключенными к нему, работает нормально и быстро. Вторая часть – это просто локальный режим автоматизации, в которых участвуют устройства, не подключенные к шлюзу, но находящиеся с ним в одной сети. Тут нет зависимости от интернет, но к сети он должен быть подключен. Большая часть простых автоматизаций работает именно в таком режиме, что обеспечивает и отказоустойчивость, и скорость срабатывания. Но стоит автоматизацию немного усложнить, добавить дополнительные условия в триггер, создать больше действий, включить уведомления, как она переходит в режим Cloud, зависимое от облака. И такие автоматизации не будут работать без интернет, соответственно и скорость срабатывания меньше. И сейчас самое время вспомнить о еще одном шлюзе, который вышел в 2022 году, Xiaomi Gateway 4. Кстати, по этой логике герой обзора должен был иметь 5-й номер версии. У многих пользователей это устройство вызывает справедливые вопросы. Почему он, даже не имея на борту ZigBee, у него есть только Bluetooth Mesh, стоит почти вдвое дороже шлюза, показанного в обзоре? Ответ кроется как раз в автоматизациях. Главная задача Xiaomi Gateway 4 состоит в том, чтобы совершенно все автоматизации имели локальный режим запуска и не зависели от облака. К исключениям можно отнести только уведомления, так как они физически не могут быть отправлены без интернет. Отсутствие ZigBee я считаю исключительно маркетингом, чтобы пользователи были вынуждены покупать для него отдельный шлюз, вместо того, чтобы обойтись одним и для устройств, и для автоматизации. Сам же шлюз не может участвовать в автоматизации, хотя устройства такого класса могут применяться и для сигнализации. Из дополнительных опций это возможность отключения светодиода, если он мешает, и запрет на удаление физической кнопкой, например, если дома есть любопытные дети, которые любят нажимать на кнопки. Также он отображается в общем списке Bluetooth шлюзов системы и поддерживает межустройства. Резонный вопрос, работает ли шлюз с Home Assistant. Я лично считаю, что если вы ориентируетесь на альтернативную систему управления, то лучше использовать ZigBee TomQTT и координатор типа ZigStar. Но проверить нужно и шлюз, и я попробую интеграцию Xiaomi Gateway 3 из HUX. На дату проведения тестирования актуальная версия интеграции 2.1.2, но ставить нужно мастер-версию. Если у вас уже установлена эта интеграция, нужно выбрать опцию повторной загрузки и сменить текущую версию на мастер, настройки при этом сохранятся. После установки в HUX и перезагрузки ядра Home Assistant переходим в меню интеграции и ищем ее по названию. Если все сделано корректно, она будет доступна в списке. Далее будет предложен выбор, что ставить. Если это первая установка, то начинать надо с пункта «Добавить MiCloud аккаунт», введя учетные данные и выбрав регион сервера для Mi Home. Это, кстати, полезно, даже если у вас нет шлюзов. Можно будет смотреть токены и ключи всех подключенных устройств. Если аккаунт уже подключен, то доступные к подключению шлюзы будут выведены списком. У меня их два, Xiaomi Gateway 3 и герой обзора, который я и выбираю. Далее откроется окно с уже введенным IP-адресом и токеном. Внизу будет поле для ввода Telnet команды открытия. Чтобы ее найти, нужно кликнуть по активной ссылке на слове «Документация». После этого откроется репозиторий проекта с перечнем поддерживаемых прошивок, однако эти номера актуальны для другой модели Xiaomi Gateway 3. Тут нужно перейти далее по активной ссылке на Custom Telnet Command. И в новом окне откроется искомая команда, которую нужно полностью скопировать в буфер обмена. Возвращаемся назад в интерфейс Home Assistant и вставляем команду в соответствующее поле. Отправляем. На версии 2.1.2, актуальной на дату этого видео, это приводит к ошибке и ничего не подключается. На мастер-версии подключение успешно. Но, к сожалению, это единственное, что получается сделать, по крайней мере на текущей версии прошивки шлюза и интеграции. Несмотря на то, что к шлюзу подключено несколько ZigBee устройств, и кроме этого он мониторит еще несколько Bluetooth датчиков, в интеграции ничего не появляется.
Есть только строка с IP-адресом шлюза и все. Ни объектов самого шлюза, ни одного дочернего устройства. Полагаю, что необходимо еще время и возможность автора добавить полноценную поддержку героя обзора, так как это было сделано для Xiaomi Gateway 3. На сегодняшний день Xiaomi Hub 2 наиболее актуальна и оснащенная версия шлюза для управления ZigBee и Bluetooth межустройствами для Mi Home. Он также позволяет создавать автоматизации, не зависящие от доступа к интернету, вплоть до полностью локальных с устройствами, подключенными напрямую к нему. Для максимально полной локализации его необходимо использовать в паре с Xiaomi Gateway 4, из которого был убран ZigBee интерфейс, как раз для того, чтобы оставалась необходимость покупать еще одно устройство. На актуальных версиях прошивки и интеграции на дату выхода этого видео в Home Assistant он полноценно не работает. В этом случае я рекомендую смотреть в сторону ZigBee to MQTT и поддерживаемых им координаторов. На этом все. Надеюсь, что видео было вам полезно и интересно. Буду благодарен за ваши лайки. Если вы не хотите пропускать новое видео, подписывайтесь на мой канал и включайте уведомления о премьерах. В описании под видео вы найдете ссылки на устройства, показанные и упомянутые в обзоре, на видео по этой теме, а также на мой телеграм-канал и группу общения по вопросам умного дома. Спасибо за внимание, до новых встреч, всем мира!